это какой-то, наверное, страх, когда ты из одной стихии переходишь в другую. Единственный способ дышать – это баллон, который, а вдруг он подведет. Но страх пересиливал, потому что для меня это определенное преодоление все-таки погружения под воду. Чем ты держишь этот регулятор? Зубами, губами или мышцами? А получилось так, что я все-таки прокусила регулятор. Да. У меня был страх шагнуть в воду с высоты. Действительно, опасалась, что при очень резком захвате да, я могу повредить, снять лигатуры, там какие-то что-то у меня отлепится, отколется и так далее. Тема нашей сегодняшней встречи – это дайвинг и брекеты. Сегодня у нас в гостях Татьяна, человек, который носит брекеты, и с этими брекетами обучилась дайвингу и отныряла успешно в Красном море. Мы сегодня ей зададим несколько вопросов, она на них с удовольствием ответит. Привет, Татьяна. Привет. Я знаю, что ты проходишь ортодонтическое лечение, у тебя стоят брекеты, правильно? Совершенно точно. А как долго ты уже с ними ходишь? Почти 2 года. И вот ты вдруг решила заняться дайвингом. Для тех, кто не знает, дайвинг – это такой вид спорта, который позволяет с помощью специального оборудования погрузиться под воду. Часть этого оборудования нужно вставить себе в рот и с помощью мышц жевательных, зубов и губ удерживать это оборудование, которое позволяет дышать под водой. И происходит это в течение достаточно длительного времени, может быть, там 40 минут или даже час, то время, которое человек находится под водой. Итак, Татьяна, да. Расскажи, как ты решила заняться дайвингом? Что тебя к этому решению сподвигло? С чего вдруг? С чего это вдруг, да? Год назад примерно, впервые оказавшись на яхте, на дайвинг-сафари, мне предоставили уникальную возможность погрузиться и вообще посмотреть на подводный мир под это как это? Он есть. Подошел к тебе человек и сказал, погружайся? Нет, или как ну, это человек – это руководитель тура, Орлов Дмитрий. И вот, собственно говоря, с его подачи, наверное, ну, и все и началось. И ты ни капельки не сомневалась, он тебе предложил, и ты тут же натянула баллон? Конечно, сомневалась, потому что история вообще внимания к дайвингу у меня давняя. Но в связи с тем, что Цукор Сергей у нас часто погружается, так. И я наблюдала. Я наблюдала, но не решалась очень не долгое время. Не было бы слишком, что тоже нырнуть пора бы? Нет? В холодные моря точно нет, а вот насчет теплых морей, ну, такие подумала. Очень отдаленные какие-то мысли, что интересно бы это все посмотреть, но страх пересиливал, потому что для меня это определенное преодоление все-таки погружения под воду. И, соответственно, когда Дмитрий предложил в очередной раз, наверное, мысленно я уже была чуть-чуть к этому готова, но должен был быть человек, который меня к этому бы подтолкнул чуть-чуть. И Дмитрий настолько квалифицированно мне все рассказал, что мне надо меньше внимания вообще обращать на технические вещи при погружении, а больше смотреть. Просто смотри. Было предложено мне, я согласилась. Ты смотришь по сторонам, смотри, да. Наблюдай. А кто за технические-то вещи будет отвечать? Дмитрий. А, Дмитрий. Да. Вот так вот. Да. Хорошо. Ты сказала, что у тебя были какие-то сомнения, ну, перед тем, как ты сделала попытку заняться дайвингом. Угу. Можешь в двух словах рассказать, что это были за сомнения? Ну, главное сомнение – это какой-то, наверное, страх, когда ты из одной стихии переходишь в другую. Единственный способ, ну, скажем так, дышать – это баллон, который, а вдруг он подведет. То есть у тебя был страх, а вдруг баллон, а вдруг окажется баллон пустой или что, да, заклинит да, его? Да, да, ну, что-то там перетрется и так далее. То есть это главный страх. Второй страх у меня возник, и, собственно, он не покидал меня даже на протяжении первого погружения, это наличие брекетов. Я боялась, что загубник, вот этот регулятор, будет не очень четко сидеть, поскольку не будет плотного прилегания. То есть это был страх номер два, это страх номер брекеты два был, тебе да. помешают удерживать да, регулятор, да. эту дыхательную трубку под водой. Да, соответственно, если я не будет он плотно прилегать, будет подтекать вода, как же я буду дышать, то есть очень много таких внутренних вопросов. В связи с чем? Первое мое погружение проходило следующим образом. Я все время держала регулятор рукой, и я его не отпускала.
Скажи, пожалуйста, ну до того, как ты погрузилась, ты же эти свои опасения, страхи какие-то высказала Дмитрию, который тебя курировал? Безусловно. Ну, Дмитрий сказал, что это не помешает. Тысяча раз люди, которые также были в брекетах, погружались, никаких проблем не было. То есть я задала, естественно, этот вопрос. Ну, вот он меня убедил в том, что не помешает. Проблем никаких нет. Да. То есть у него был опыт ныряния с людьми, у которых были брекеты, никогда проблем не возникало. Ну, безусловно, я спросила не только Дмитрия, я спросила всех, кто ныряет. Всех, кто был на яхте, да? Да. Много было людей, которые имели вот такой опыт ныряния с брекетами? Может, свой опыт или кто-то? Незначительное количество, 2-3, может быть, человека. Сколько всего человек? Там, человек 20? Ну, примерно 20, да. И даже, по-моему, вот были непосредственно, кто был с брекетами, у кого-то там были знакомые, которые... Сколько таких людей было с брекетами? Ну, с кем удалось поговорить? 2 человека, по-моему. 2 человека. И они тоже сказали, что никаких проблем да, нет? Да, проблем нет. Всех, ну, мне же казалось, что я особенная, и мне может помешать. Но, тем не менее, несмотря на то, что и инструктор тебя успокоил, и то, что ты с 2 человеками пообщалась, кто уже с брекетами ныряют нормально, все равно, когда ты погрузилась, ты руку не отпускала от регулятора, да, все время держала точно. Его. Да, точно. Мне надо было убедиться в том, что он действительно... Что ты его с брекетами можешь удерживать, да? Да. Ну и на каком моменте ты поняла, что ты можешь... ртом держать, и никаких вопросов нет, и ты руку можешь убрать от этой трубки. Ну, я, честно, у меня было 3 погружения вот за тот период времени. Я так и не решилась отпустить вот окончательно. То есть все 3 погружения проплавала с рукой да, на регуляторе? Да, да. Может быть, короткий какой-то момент я отпускала, но потом опять рука возвращалась к регулятору. Мне действительно казалось, что он очень подвижен. Ну, то есть было ощущение, когда ты убираешь руку, что он может выскочить? Да. А уверенность пришла во время тренировок в закрытой воде в бассейне, когда я непосредственно стала готовиться ко второму дайвинг-сафари уже с более таким уверенным намерением о том, что я буду погружаться. Ну вот там пришла. То есть у тебя было в одной поездке, у тебя были пробные погружения, да. Еще, как говорится, как ты как любитель ныряла, да. Потом ты интерес к этой теме не потеряла и решила уже профессионально пройти обучение. Да, и вот, пройдя обучение в бассейне, ты поняла, что никаких препятствий нету ныряния с брекетами, да. И ты уже спокойно страха удерживала нет. Зубами. А в итоге как ты можешь охарактеризовать, чем ты держишь этот регулятор? Зубами, губами или мышцами? На вот как ты ощущаешь эту нагрузку? По ощущениям мышцами. Жевательными мышцами как будто, да. Причем получилось так, что я все-таки прокусила регулятор. Да. Да. То есть ты испортила оборудование? Испортила оборудование, трубку, да? Да. Ну, мне сказали, плавай так. Плавай с откусанным, да? С откусанным, если что, будешь через запасной дышать. Да, ну, поскольку меня обучили под водой смене основного регулятора на запасной, я, в общем-то, решила, хорошо, пусть будет так. То есть мы можем сейчас для наших зрителей первый лайфхак дайвинга с брекетами рассказать, да? То есть если вы вдруг прокусили регулятор, особенно если это был арендованный регулятор, не пугайтесь, берите запасной регулятор прямо под водой и втыкайте его в себе в рот. Но второй уже не прокусывайте, потому что больше запасных регуляторов у вас не нет. Будет. Значит, ты сказала, что ты не потеряла интерес к дайвингу в первые погружения, которые проходили с инструктором, и решила пройти обучение. Итак, обучение, как я понимаю, складывается из 2 частей. Первая часть – это обучение в бассейне, а вторая часть – так называемая открытая вода, когда человек должен уже проверить свои навыки в реальном каком-то водоеме. Да. Обычно это какое-то озеро, река или море. Итак, обучение в бассейне. Я выбрала Красное море. Вы молодец, правильный выбор. Это лучше, чем нырять в Подмосковье в какой-то луже. Скажи мне, вот про обучение в бассейне. То есть там же нужно какие-то упражнения делать, да? Да. Вот были ли в момент прохождения вот этой части в бассейне, были ли брекеты помехой к выполнению каких-то упражнений дайверских? Ну, я получила обратную связь от инструктора. Он мне сказал о том, что я несколько замедленно меняю как раз регулятор. Это одно из упражнений? Одно из упражнений, замена регулятора на запасной. Октопус, на запасной. Да. И при этой смене я, видимо, аккуратничала и чуть-чуть замедленно меняла. Ага. Ну, только но ты это как-то ощущала, что нет, я не ощущала, я думала, я делаю быстро. Ага. Просто он, видимо, сравнил. Может, это дело не в брекетах, а просто, что медленно это делала. Но я действительно опасалась, что при очень резком
захвате, да, я могу повредить, снять лигатуры, там какие-то что-то у меня отлепится, отколется и так далее. Но это же не единственное упражнение. Сколько там всего упражнений? Не единственное, но больше всего опасений было при смене. То есть, когда я плавала в регуляторе, то у меня проблем не было. То есть, по другим упражнениям у тебя вопросов никаких не было? Да, просто погружение, там, в всплейте, какие-то элементы под водой мне не мешали. Отлично. Хорошо. Итак, обучение в бассейне, проблем нет, только в одном упражнении имеем какие-то вопросы. Да. Теперь открытая вода. Значит, ты едешь в реальные уже боевые условия на море. Угу. Там погружение происходит и при ветре, и при волнении, и с корабля приходится прыгать, и с лодок приходится прыгать и на лодку залазить. То есть это немножко другие условия, не такие, как в бассейне. Да. Были ли там какие-то нюансы, о которых ты раньше не подозревала, обучаясь в бассейне? Что-то, с чем ты столкнулась, новое для тебя вот, в открытой воде? Ну, абсолютно нового, наверное, все-таки. Ну, ты вот рассказывал, что тебе приходилось с корабля делать большой шаг, прыгать с высоты. Этот, ну, да, этот момент, да, это точно так, был. Вот ну, то есть с брекетами это не связано. Был момент, это личный. Ну, там же, может, когда ты прыгаешь, может сорвать этот регулятор и маску, что-то как-то ну, специальное. Не было, ну, что сорвет, не было страха, поскольку я держала все равно. Мы были обучены тому, что при прыжке нужно придерживать маску, нужно придерживать регулятор. То, что сорвет, все с ними брекеты улетят, у меня с такого страха не было. Такого страха не было. Не Отлично. Было, да. А единственное, что я думаю, как раз у меня был страх шагнуть в воду с высоты. И, видимо, в эти моменты я очень сильно сжимала регулятор, в связи с чем он был поврежден. То есть не под водой, а именно во время прыжка. Ага, то есть ты подходишь к краю, тебе нужно прыгать. Мне страшно, я сжимаю зубы. Да. То есть прокусил этот регулятор, получается, абсолютно. Не в воде, а да. в момент да. прыжка. В момент а прыжка. Как обнаружилось, что он прокушен? Как это я выглядит? Почувствовала под водой, что у меня... ну, несколько подвижен этот регулятор. Фиксация регулятора. Фиксация, да, более свободная. И да. мне действительно вот казалось, что как будто он прокушен. Когда я вылезла, действительно оказалось, что... Ну, ты сама это увидела? И ты сама увидела. Сама увидела, и показала инструктору. Что дырка просто. Он сказал... Ай-яй-яй-яй-яй, да. нельзя, да? Да. Ага. Ну, понятно. Значит, получается, в открытой воде, в момент схода в воду вопросов никаких. Ну, хорошо, вот ты начала нырять. Сколько ты всего дней ныряла, получается, за эту поездку? Ну, недельная поездка? Недельная поездка, ну, вот, получается, ныряла я дней 5, и в течение вот этих 5 дней было по несколько погружений, 2-3 погружения в день. В день? Да. Очень неплохо. И на какие глубины ты погрузилась? Ну, самое глубокое было 30 метров. 30 метров. Ну, то есть это предел глубины для любительского дайвинга. То есть это больше, предел, да. Поскольку я получила 2 сертификата, это Open Water и Advanced, который позволяет опускаться на 30 метров. Отлично. Ну, вот и плывешь ты на 30 метрах. Рыба вокруг. Есть какие-то Кораллы. Вопросы к... К рыбам? Нет. К состоянию зубочелюстной системы. Не вспоминала ли ты, будучи под водой, не вспоминала ли ты... Про свои брекеты в какие-то моменты. Что-то не ну, так, пожалуй, неудобство, дискомфорт? Пожалуй, нет. Меня очень отвлекала вот эта атмосфера подводного царства. И я очень мало думала о брекетах. То есть я чувствовала, что уверенности есть при дыхании. И никаких подтеканий никаких не было, да, в плане вот соленой воды. И я чувствовала себя спокойно. То есть не было у меня этого. Ну, то есть вот этот момент... продувание, то есть там, где рот связан с носом и с ушами. Абсолютно. То есть совершенно нормально, мешало, все спокойно, да, не ничего не мешает. Ну, отлично. Тогда такой вопрос. Ныряешь ты там 2-3 раза в день, отлично. Между ныряниями, понятно, там отдых на корабле, там какие-то перекусы. Такой вопрос не совсем про дайвинг. Но вот, будучи на корабле, не мешали ли брекеты есть этих лобстеров, которых готовил там суперповар? А, есть не мешало. Ну, понятно, что после поедания лобстеров необходимо соблюдать гигиену определенную, поскольку да. лобстерам свойственно застревать. Лобстерам свойственно застревать. Да, они цеплялись за брекеты. За брекеты. Да. И, конечно, после каждого приема пищи необходимо чистить. Но это стандартная гигиена. Это стандартная, да. Я не думаю, что это прям специфика яхты какая-то. Ну, то есть два варианта у дайверов. Либо он не ест лобстеров, либо он после поедания лобстера чистит зубы, как обычно люди с брекетами. Что, в общем-то, выполнимо. Что, в общем-то, выполнимо и не страшно, да? Да. Ну и подводя итоги нашей интересной беседы о дайвинге и брекетах, что мы можем рекомендовать нашим зрителям? Не мешают в итоге исправление прикуса какой-то жизненной активности, жизненной позиции и так далее?
Вот несмотря на то, что мои опасения были по поводу того, смогу ли я совмещать ношение брекетов с той активностью, которая мне нравится, с дайвингом, опасения были напрасны. Я хочу сказать, что это можно совмещать абсолютно безбоязненно. Прекрасно. И хочу сказать, что люди, не бойтесь заниматься всем, чем вы любите, и одновременно идти в какое-то ортодонтическое лечение. Это абсолютно совместимые вещи. Делайте, отдыхайте, и будет все окей.